Мечтаете о домашнем тепле и уюте? Квартиры в новом жилом комплексе «Комфорт» в 6-м А-микрорайоне воплотят ваши мечты. Газовый котел в каждой квартире – гарантия экономии семейного бюджета. Живите с комфортом. Звоните 640-200. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Квартиры в новом жилом комплексе «Комфорт» в 6-м А-микрорайоне. Газовый котел в каждой квартире – гарантия экономии семейного бюджета. Живите с комфортом. Максимум шика, отличный вкус и всегда актуальный, правильный выбор. Магазин классической одежды «Килауф». Ждем вас в Зауральском торговом доме, секция 46, и в доме быта, секция 42. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая карта большей части Заурали будет представлена северным крылом азиатского антициклона, благодаря чему жителей региона ждет преимущественно солнечная, сухая и аномально теплая погода с температурным режимом на 10 градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге и Челябинске от плюс 1 до плюс 3, без существенных осадков. В Тюмени 0 плюс 2, возможен кратковременный снег. В Кургане ночью облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха 0, плюс 2. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба. 28 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!